В Твери власти наконец-то взяли в ежовые рукавицы перевозчиков. Летом чиновники обещают провести конкурсы, отсеять нелегалов, оптимизировать маршруты и выпустить на линии только самых добросовестных. И, как оказалось, подобные планы нужно строить и тем, кто отвечает за межмуниципальные маршруты. Поступило коллективное обращение предпринимателей, которые осуществляют перевозку пассажиров по межмуниципальным маршрутам, которые имеют договора, заключенные с Министерством транспорта. В этом обращении сказано, что ряд предпринимателей незаконно выставили автобусы на маршруты межмуниципальные. Теневые микроавтобусы перехватывают пассажиров под самым носом у регулярных перевозчиков. Популярностью пользуются такие маршруты, как Тверь-Васильевский Мох и Тверь-Орша. По словам легальных перевозчиков, их нелегальные коллеги снимают самые сливки, оставляя их без основной части прибыли. Ездим официально постоянно, проходим доктора, все это. Но вот дело в том, что обидно то, что они везут за деньги, мы везем льготников вот сейчас. Нелегалы работают под прикрытием таблички «Заказной». Сотрудники ГИБДД в силу закона обязаны отреагировать на поступившее к ним заявление. Правда, составлять протоколы за отсутствие договоров в их полномочия не входит. Это прерогатива Министерства транспорта и Управления государственного дорожного надзора. А вот проверить машины теневого бизнеса на соответствие требованиям технического регламента – компетенция ГАИ. Но при проверках все равно не забывали спрашивать и про официальные бумаги. А вы осуществляете перевозки как по договору с Минтрансом, либо как заказные? Я даже не в курсе, это не первый день. Необходимых документов у этого водителя не оказалось. Зато при проверке машины явилось взоронарушение. Не работают внешние световые приборы. Техническая составляющая, по словам сотрудников ГИБДД, вообще мало интересует этих перевозчиков. Как правило, большинство из них не знает, что такое осмотр транспортного средства механиком перед выходом на линии. Не волнует их и самое главное – безопасность пассажиров. Даже видно через окно, что сидит человек непристегнутый. Дальше смотреть будем? Пожалуйста. Следующий. У вас никто не пристегнут? Почему? Обсуждалось, говорилось. Ну. Вы же сами игнорируете. Вы водитель? Я водитель. Вот, вы отвечаете за перевозку пассажира. Что? У вас пассажир не пристегнут. Идите, спросите их. За непристегнутого пассажира водитель не только отвечает, но и платит. Штраф 1000 рублей. Чуть меньше 500 рублей заплатит водитель вот этого автобуса, где частично отсутствуют ремни безопасности. Также ему грозит и денежное наказание за заблокированный аварийный выход. Аварийный выход-то он не заблокирован, она открывается, дверь-то? Ну, дверь-то открывается, там же сиденье, как люди будут ходить в случае необходимости. Ясно, ясно. До кого эти стекла и люк? Через люк вылазить? А как? Люк же есть. В отношении водителя будет составлен административный материал, где вынесен штраф в размере 500 рублей. Но также предусмотрена ответственность должностного лица, которое допустило данное транспортное средство на маршрут для перевозки пассажиров. Должностное лицо будет привлечено к административной ответственности в размере от 5 до 8 тысяч рублей. Однако все эти автобусы, несмотря на неисправности, пользуются спросом. Людям, как говорится, ехать, а не шашечки. Ну, мне надо на работу доехать на чем-то, я поэтому и еду. Пусть эти автобусы муниципальные, чтобы они ходили постоянно, что это такое-то? Вообще мы все на работу сейчас опаздываем, дети в школу, давайте уже скругляйтесь. Но если вдруг этот перевозчик попадет в ДТП, какие-либо страховые выплаты пассажиры наверняка не получат. А это уже вряд ли кому-то покажется пустяком. Елена Михайлова, Максим Андреев, РЕН-ТВ «Пилот».